Православные пензенцы поздравили своего правящего архиерея митрополита Серафима с малыми именинами. Так в народе называется День памяти святого, имя которого носит человек, но который, однако, при этом не является его основным днем ангела. Небесный покровитель пензенского архипастыря, священномученик Серафим Чичагов, митрополит Ленинградский и Гдовский, расстрелянный в этот день в 1937 году. Человек действительно незаурядный. Он был известен как участник русско-турецкой войны, автор гомеопатических трудов, духовной музыки и исторического описания Дивеевского монастыря, которое легло в основу канонизации Серафима Саровского. Казнили старца иерарха в 81 год, и на расстрел его пришлось нести на носилках. Мне сегодня очень отрадно, что вы все собрались почтить память того святого, имя которого я ношу. Я благодарен всем вам за то, что мы разделили сегодня радость общения литургического и прославили дивного угодника Божия, который является заступником нашей русской земли. Литургию в день своих малых именин владыка Серафим служил в Воскресенском храме при архиерейском доме. Поздравить собрались благочинные епархии, настоятели городских храмов, сотрудники епархиального управления и простые горожане.